Позади меня находится Ватикан. К сожалению, мы туда не попадем, потому что мало времени, но мы сейчас посмотрим, что здесь в округе интересного. Do I look great? And you? No, no, I just I put know. No, no, no. You know? No. Don't worry, I kill you softly. Okay. Mamma mia. Come on, don't be shy. Oh la la, vai, vai, Roma. Roma. Silence, please. Thank you. Nous vous prions d'observer un peu de silence. Merci. Наш день закончился, в Турине быстро подошел к концу, потому что сейчас зима и сейчас быстро темнеет. Мы хотим очень кушать, и мы пойдем сейчас просто покушаем. Есть в Риме интересный ресторанчик, вернее, не ресторан, а пиццерия. Называется Тугини. Приходите, и вам дают сразу меню на русском языке. Причем они сразу видят, кто по национальности. Если вы русский, то вы получите вот такое меню. Понятно? Да.